25 июля в парке «Патриот» состоялось торжественное открытие сквера воздушно-десантных войск «Аллея дяди Васи» и памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову. Подобного памятника нет нигде, отметил сын Василия Филипповича Виталий. В рамках акции «1945 кедров Великой Победы» почетные гости высадили 90 деревьев на Кедровой аллее. За несколько дней до этого события в главном храме Минобороны состоялось первое венчание. Это были супруги, прожившие вместе 58 лет. Блокадник Ленинграда Анатолий Ковалев и его жена, ветеран труда Ирина Ковалева.